что он по задней части собирается заезжать. Ну там по проекту передней части он должен заезжать. А нет, вообще сюда задом заехать. Сюда заехать, задом. А как сюда? У него здесь должен стоять? Видишь? Ну вот, сейчас будем смотреть.
Да, вот, пожалуйста. Ну, посмотрите, как вот она у нас по проекту устроена. То есть вот и таким передом. Вот образом она сюда заезжает передом. Вот у нее одна точка остановки. Здесь раскладывается лестница, вторая точка остановки. Ну и дальше она там продолжает маневры при необходимости. Это вот где это место? Это место вот, вот здесь вот. Вот. Вот, ну, видите, вот это мы можем. Нет, вот, вот видите, вот этот вот уступ, да? Угу. Это вот он. Вот. Это вот он. То есть по нему можно сориентироваться. Она на половине уступа стоит. Половина вперед, половина назад. Угу. А это вот там чуть дальше получается, где подъезд. Она стоит. И тут еще как бы в чем нюанс. Сейчас вот подержите. Сейчас покажу. Так, где это была позиция? Подержите камеру. Вопрос там был основной. Вопрос там был. Здесь вот. Получается у нас эти точки. ИСТ-5 и ИСТ-6. То есть от этой точки она должна дотягиваться вот сюда. Вот, до вот этого этажа. Это какой этаж? Это этаж, ну, можно посчитать. 15. Какой? Ну, 15, ну, 15, наверное, 14. Да. То есть должна вот сюда дотягиваться. То есть вот с этой точки. То есть здесь, да, здесь балконы стоят. То есть я не знаю, как вы затянетесь. Поэтому получается вот, вот к тем вот межэтажным. Вот к этому, да. Здесь балкон. То есть я не знаю, как вы здесь. Вот, так как по проекту сможете вы дотянуться лестницей до того этажа, вот, вот этого межэтажного. Вот туда? Да, вот нет. Нет? Ну, собственно говоря, для этого мы вот и просили вас как раз проверить эти доводы. Туда, да. Однозначно нет. Там уже, во-первых, еще нужно разложить опоры. Еще получается, у вас опоры там поскольку? Полтора метра. Опоры поскольку? Два? Даже два. 6,5 метров. 7 на 8. Вот здесь вот 3,5 проекта ширина идет без ступеньки. То есть вы здесь, получается, и опора не разложится. Там опора не разложится, да? Ну поэтому здесь даже, видите, по проекту они рисовали. Здесь вот они поставили опоры, да? То есть вот здесь из них смотрят точки, да? А здесь проектировщик, я думаю, все понимал прекрасно, что он тут не станет. И здесь, видите, опоры он нигде не нарисовал. Ни тут опор нет, ни здесь опор нет. Хотя тут, видите, везде они стоят. Тут везде есть. А вот на этих точках, как бы, опор нет. Получается, как бы, что она тут и не станет, и не дотянется. То есть так надо понимать. Поэтому что, ну, давайте попробуем. Есть вопрос, Василий? Может, перед нас попробуем доехать? Вы, ребят, не волнуйтесь, нас много. Людей много собралось. Там вон стоят внизу.
Они никак не попадают на тот угол. Там эти самые лавочки. А? Ну, пройдите, смотрите, там лавочки. Я там буду. Она не стоит. Все, нет, я вот на позицию поставил камеру, она снимает. Камера снимает беспрерывно. А не кончится зарядка-то? Нет, я же вас спрашивал. Нет, надо беспрерывно снимать. Чтобы беспрерывно, чтобы потом не сказали, что... Потому что потом по камере мы посмотрим, какое время, когда мы начали, когда закончили, сколько она стоит, сколько она заезжает сюда. Ну, я вроде на всю заказала. Смотри, вчера на всю. Ну. Я сейчас спрашиваю, на сколько хватит. Это ж не моя. Ну, вот уточнился. А он там не пройдет. Ну, пройди, стой, там лавочка, там было бы.
Оттуда не заедет. Я думала, может, с того дома, а там высота. А, в Наде можно. Я сфоткал, там трещина приличная. Все, камеру слышно, снимай. Беспрерывно. Я не понимаю. Все. Дальше никуда. Ну вот этим надо было заниматься раньше, наверное. Да что ты говоришь, а то я не занималась. Не, я не тебе, а им проверять. Понятно? Как они будут чистить? Пусть демонтируют дом. Я не хочу. Там камера пишет, Митя. Если нет подъезда, она может 45 метров может и рухнуть, и твоя подземка. Thank you.
ну что, здесь она перестала. Да, здесь она перестала, да. Конечно, она у меня сейчас будет. Все, закончилось, не будет. Что-то они прямо на начальном этапе. На начальном этапе, я говорю, закончили. Зачем его сюда загонять, чтобы он грохнул? Куда? Там не будут.